Израиль против заключения сделки по иранской ядерной программе и оставляет за собой право на дипломатические и оперативные действия в отношении Тегерана в связи с разработкой им ядерного оружия. Об этом заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид, отметив, что довел эту позицию до сведения Джо Байдена, который с 13 по 15 июля находился с визитом в Израиле. В ходе визита Байден и Лапид подписали в Иерусалиме декларацию о стратегическом партнерстве США и Израиля, в которой подчеркивается их совместное противодействие Ирану и его намерению разработать ядерное оружие. В декларации также отмечается, что США планируют сотрудничать с другими партнерами для противодействия агрессии Ирана.